И вновь перебой с электричеством. На этот раз от снежной стихии пострадали Угличский, Борисоглебский и Переславский районы. Во всех населенных пунктах свет намерены дать к 6 декабря. Евгений Полковников подробнее. Штаб по ликвидации отключений электричества сработал оперативно. В 8:30 утра уже знали, где нет света. Туда почти сразу направили аварийные бригады. Причиной отключений стал мокрый снег, налипший на провода. Обесточенными оказались 250 трансформаторных подстанций. Об этом людей постарались оповестить как можно быстрее. Информация, значит, ежечасно уточняется. С населенными пунктами конкретно работают ИДДС муниципальных образований через сельские поселения и через старост населенных пунктов. Прогнозируемом времени восстановления, то есть когда у людей будет свет. Энергетикам придется ускорить темпы расчистки просек, либо и в следующем году с них будут спрашивать уже с учетом нынешнего опыта. Ведь пока чуть снег, сразу отключение и ЧП. Приступили к расчистке и расширению просек системно только 3 года назад, после ледяных дождей в Подмосковье, Самарской и Ульяновской области. И, естественно, средства не безграничны. Электричество, по прогнозам специалистов, работающих на ликвидации аварии, восстановят во всех 3 пострадавших районах до 00:00 6 ноября. Подсчитано, что в Угличском, Борисоглебском и Переславском районах больше 4000 человек остались без света. В школах, детсадах отключений не было. Аварии ликвидируют 90 бригад, а вот режим повышенной готовности в области будет действовать по 9 декабря. Ну, режим повышенной готовности еще связан, первое, с метеоусловиями, которые вы слышали, что на выходные дни усиление ветра, метель, снег, заносы и мокрый снег. И плюс в большинстве поселений у нас проходят выборы, чтобы это все не сорвать, то режим будет повышенный. То есть везде будет организовано дежурство. Кстати, ликвидация аварии за сутки – обычная практика. Она говорит о том, что опыт ликвидации ноябрьских энергоаварий учтен и не пропал даром. Евгений Полковников, Максим Сушанов.